Музыкальное театрализованное представление «Песни военных лет» прошло в актовом зале администрации Буйнакска. Автор – заслуженный работник культуры Умила Залибекова. Композиции отразили эмоции людей предвоенного, военного и послевоенного времени. Эпизоды довольно правдиво передают переживания родителей за сына, уходящего на фронт, состояние бойцов во время передышки, радость долгожданной победы. Постановки задействовали работников городского дома культуры. На представление пригласили ветеранов Великой Отечественной, воинов-интернационалистов, депутатов горсобрания и активистов. Организатору мероприятия Умлиле Залибековой вручили диплом. Президиум Совета Дагестанского отделения, значит, ветеранов войны труда вооруженных сил награждает Залибекову Умлалю Гаджиатаевну почетной грамотой. Вот. А мне поручили ее вручить, что я с большим удовольствием делаю. Я хочу ее поблагодарить за ее сегодняшний день, за ее вечер и вообще за ее правильную жизнь. Сколько она делает доброго, хорошего и в общественной жизни, и на всех мероприятиях мы получаем большое удовольствие, как сегодня.